Солистка театра музыки, драмы и комедии Новоуральска Екатерина Лапшина приняла участие во всероссийском музыкальном флешмобе «10 песен чемпионов» в поддержку российских спортсменов, участвовавших в летних Олимпийских играх в Токио, и спела несколько песен вместе с певцами и музыкальными коллективами из других городов России. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих, все зависит от нас. Проект «10 песен чемпионов» начался по народной инициативе для поддержки олимпийцев, выступающих без флага, гимна, но при этом показывающих достойные результаты. К проекту подключился и известный певец и композитор Тимур Ведерников. Новоуральцам он хорошо знаком по предыдущим сезонам проектов «10 песен атомных городов», финалом которого стало выступление в городах госкорпорации «Росатом» в 2020 году к 75-летию атомной промышленности. А в 2021 в записи клипов, посвященном олимпийцам, новоуральская солистка театра Екатерина Лапшина приняла участие сразу после закрытия театрального сезона. Отметим, что это не первое сотрудничество с командой Тимура Ведерникова, и девушка сразу откликнулась на предложение поддержать олимпийцев песней. Сейчас Екатерина в отпуске на своей родине в Кургане. Она поделилась с нами впечатлениями от участия в проекте. 11 июля в Екатеринбурге мы записывались на студии детской филармонии с Тимуром Ведерниковым. Записали с ним 4 песни буквально за 1,5-2 часа. Одна из первых, которая прозвучала, это была «Все зависит от нас самих». Потом я поучаствовала в создании песни «Нас бьют, мы летаем». Третья была «Сансара». И вот последняя, завершающая, итог, так скажем, игр – был гимн. Наши спортсмены, которые работали в каких-то, я даже скажу, нечеловеческих условиях, мы видели это на протяжении Олимпиады, и нам как-то хотелось поднять их боевой дух. Помню, мы записывали песню «Все зависит от нас самих», и мы стояли в этом парке, тут же проходили люди. Помню, конечно, взгляды, все же проходит живьем. И мы были одухотворенными настолько, что вот петь, не вкладывая какие-то свои чувства и эмоции, было невозможно. Проект «10 песен чемпионов» – это инициатива Ассоциации студенческих спортивных клубов России, которую поддержали тысячи жителей нашей страны. Всего создано 10 видеороликов, в которых болельщики исполнили любимые песни чемпионов. Итоговой работой стало исполнение совместного гимна, в котором также поет и новоуральская солистка Екатерина Лапшина. Анна Акрамова, Новоуральская вещательная компания.